Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня я решил попробовать немного новый жанр. Разница в большем количестве монтажа и обработочки и все такое. Напиши в комментариях, понравилось ли тебе и так далее. Я не знаю, зачем я это делаю. Сейчас, если что, 12 почти часов ночи, поэтому вместо монашки ко мне, возможно, придут мои соседи и будут давать мне леща. Отлично, без рекламы играть будет намного лучше. Так говорит каждый зритель любого ютубера. Средняя школа номер 12. О, я учился не в ней, но мне нравится. Почему не слышать эти лица? Не, я поставлю легко. У монахини плохой слух, монахини начнут рассказывать позже, монахини не бегает, монахиня идиот. Меня устраивает. Такая же, как и я. Мои родители просто решили сразу меня выгнать из своей квартиры. Этот сын нам не нравится. Пошел вон отсюда. Иди в школу. К монахине. Пусть он тебя там сожрет. Но мама, я же не хочу в школу. Пошел вон. У нас с мамой всегда отличные отношения были. Да. Какая музыка классная тут. Мама, можно мне обратно? Нет, сынок, уже нельзя. Спасибо, мам. Ты всегда меня любила. Доступно достижение. Яйцо. Винди 31. Я яйцо. Ей! Теперь я немного двинусь. Да, я умею ходить. Ху-ху, я не инвалид. Теперь я в этом не уверен. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Пасхавочка. Все. Мне не нравится здесь. Я сваливаю отсюда. У меня под кровать ничего нет. Я сваливаю отсюда. Все. Мне здесь не нравится. Так, вот это вот явно она услышит. Так, она же не умеет залазить в вентиляцию. Хотя что-то мне подсказывает, что она умеет залазить в вентиляцию. Я лучше не буду проверять. Окей, она умеет. Она умеет. Все, давай, пока. Я в шкаф. Она никогда не догадается, что это шел в шкаф. Ха! Я думаю, мне не стоит идти на самом деле за ней, особенно учитывая, что здесь есть кровавый след, но... Я никогда не был очень умным ребенком. Скорее всего, поэтому... Мой любимый молоток в лицо. Совет. Не будьте дебилом и не ходите по кругу. Я должен быть хорошим. Это точно не обо мне. Где мой нож? Насколько ты тупая креветка, до сих пор не закрыла люки. Но очевидно, она даже не убрала люк. Люк. Он есть. Я хотел придумать что-нибудь смешное, но не смог. Притворись, будто хихи. О! Ой-ой-ой. Ты кого там киваешь, дурная что ли? Она пошла, покивала стене и такая, да, да, стена, да, 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 стена, ты такая офигенная. И ушла. Вау, какая здоровская, отстойная картина. Так, здесь ничего. Чтобы получить доступ, вам нужно быть в главе лабиринта. Какая такая глава лабиринта, как туда попасть? Еее, ванная. Все, я стою здесь. У меня есть унитаз, у меня есть еда, вода. Нахрен мне куда уходить? Детская жопа все равно ищет приключений. Пошли вперед. Вот это все я знаю. Все знаю, как свои два пяльца. Что? Так, мне по-моему здесь надо... Вроде бы это... Ту-ту-ту-ту. Но раньше там была штука, при помощи которой можно было что-то делать, а теперь нету. Тут мышь какая-то здоровая проела стену. Я всегда был сильным мальчиком. Сильным мальчиком с ломом. Мне не в лом воспользоваться, ломом. Ой-ой, она пошла направо. Лохушка дурная. Я как умный молодой человек пойду по проводу. Провод меня ведет куда? Провод меня ведет куда? Провод меня ведет куда? Провод меня ведет сюда. Понятно. Кажется, ток не доходит до этого включения. А до меня не доходит, что току нужен ток. Вот это вот я, наверное. Она все равно оторвала мою фотку, чтобы меня не бить, потому что я настолько стрёмный. Привет. Ладно тебе, ну что ты так орешь? У меня просто есть лом. Все, я спрятался, я спрятался, я спрятался. Совет. Если вы проходите мимо поворота, пожалуйста, осмотритесь. Я знаю только, что я должен быть хорошим. Мне кажется, ей уже надоело это повторять мне. Я должен покинуть эту школу. Я не самый умный молодой человек. Она продолжает мне это повторять, и я продолжаю игнорировать ее советы. И откуда у меня ноутбук здесь вообще? По-моему, эта книга ничему хорошему меня не учит. Эта монахиня думает только о дьяволе. Ну, не очень хорошая монахиня. Не очень хорошая, я пойду в шкаф. Здесь приятно и хорошо. Можно подумать о веселье. Подумали о хорошем, теперь можно и депрессовать. Зачем она везде развешивает свои картины? Она забывает, как она выглядит или что? А, ну да, она старуха. Да-да, все понятно. Старая кляча, забываешь свое лицо, фу, лошара! Я обожаю унижать ее. О, привет. Ау.
Вот это я жустрый. Никто никогда меня не увидит. Так, главное, не выдавай меня. Главное, не выдавай. Она... Что? Она просто пришла, пнула кастрюлю и ушла. Это именно то, чему и должны заниматься монахини в нашей школе. Пришла, пнула кастрюлю и ушла. Приготовь, пожалуйста, поесть. Пришел, пнул кастрюлю, сказал, не, я не умею, и ушел. А я тоже ее пнул. Бам. Так, прятаться, прятаться, прятаться. Мы будем с ней играть в игру. Кто последний пнет кастрюлю и устанет, тот проиграл. Ну что тут еще? Закрыл за собой дверь. Хорош. Так, а вот это была подстава. Вот это было... Что ты сюда принесла? Она решила убедиться, что эта кастрюля все еще на месте. Эта кастрюля ее личный... Дитё. Она настолько с ума сошла, что у нее ребенок это кастрюля. Я тоже, знаешь ли, иногда разговариваю с предметами. О, она собирает свои собственные арты сюда. Так мило. Еще бы она не хотела убить меня, было бы гораздо милее. Извините. Простите, пожалуйста, это я ошибся, это я не прав. Так уж, думаю, она не знает, где я, да? Хопа. Мастерская прятка. По-моему, нам стоит чего-нибудь добиться за эту ночь. Но я ничего не нахожу. Большой шкафчик. Пустой шкафчик. Маленький шкафчик. Кто за пустой? Привет. Она смотрит на меня и такая, опять ты? Ой. Так, а вот этот не... Оп, я что-то нашел. Дверь закрой. Желтый ключ. Клево. Но я не видел нигде желтую дверь. Или это обманочка? Желтый ключ открывает красную дверь. Ты желтая дверь? Закрыто. Ожидаемо. Ты желтая дверь? Нет, ты кот. Нужна связка ключей. Какая сложная система. Нужна связка ключей. А у меня что? Опять в холодильнике ничего нету. Черт! Самое важное, что есть в этом здании, что меня волнует больше всего, есть что пожрать или нет. Если есть еда, я готов учиться в этой школе. Но постоянное ощущение, что она где-то за поворотом. А, я тут был. Да, я тут был, я ж по лицу тут получал. Точно. Помню, помню. Мое лицо это помню. Крышка. Здорово. Это тоже, наверное, канализация. DLC нужно подрубить, да? DLC нету. Как и классная картина чашки. Бляха, какие-то бункеры. Слышь, ты что-то от атомной войны прячешься? У тебя роботы? О, улица? Шо? Извините. А? Позвольте выявить свое непонимание. А я не могу просто перепрыгнуть, нет? Типа вылезти и пойти. Вот почему нужно заниматься занятиями на физре. Потому что иначе потом тебя поймает какая-нибудь бабка сумасшедшая, и ты перепрыгнуть даже не сможешь. Летающий мужик! А, это нормально. Охренеть. Не, ну слушай. Короче, план такой. Вырубаем ведьму, монахиню, забираем хату и живем в ней. Она реально офигенная. И здесь живу, по-моему, только я и она. Но она же не демон какой-нибудь, правильно? Ей можно по голове так... Тюк, чем-нибудь потяжелее. Не все. И хата моя. И я не вижу проблем. И вот этот мужик тоже не видит проблем. Он, видишь, идет. Идет куда? Идет к решению проблем. А-а-а, мужской туалет. В женском-то я уже побывал, в первую очередь пошел. Так, что у нас в мужском? Узнаю старые добрые мужские туалеты. У кого-то, видимо, настолько прорвало, что он сломал унитаз. Грязно, что в жопене, ну все ясно. Ну и как вы будете делать девайс и туалетная бумага тут? Почему меня это волнует? Я чувствую себя уже какой-то черепашкой-ниндзя. Где мой сплинтер? Научите меня драться, я хочу отмудохать монашку. Это неправильно звучит. День 375. Я чувствую себя потерянным. И... О, дыра. Уже не чувствую. Ку-ку. Олень. Свинья, рыба. А тут чья голова должна быть? Моя. Я не одобряю. Я не могу это отрезать. Чтобы получить доступ, вам нужно быть в главе сатанинский ритуал. Что? Какая глава? Какой сатанинский ритуал? Что? А? DLC серьезно нужны? Обратно в подземелье. Уху. Ну, мы же с тобой все любим подземелье, да? Нет, нет. Ну, ну ладно. Наконец-то свобода. Я нашелся. Наконец-то. Я теперь знаю, где я. И меня здесь может найти и монахиня и остановить мои страдания. Но мне интересно, чего... Ой! Обнимемся же! Давай обнимемся!
не так обнимаются. Совет. Вам не стоит прятаться в канализации, если вы дебил. Я знаю только, что я должен быть хорошим. Мне кажется, от такого удара, количества ударов по голове, я уже, ну, немножечко того. Ведьма, пойдем обнимемся. Где ты, монахиня, монахиня, хей. Давай обнимемся! Когда-нибудь ты меня полюбишь. Я знаю только, что я должен быть хорошим. Мне кажется, ей уже должна подсказать эта полная доска надписи, что я не буду вести себя хорошо. Нельзя заставить вести себя хорошо того, кто олицетворяет хаотичное поведение. Иди сюда, давай обнимемся снова. Я заставлю тебя любить меня. Тебе надоест когда-нибудь меня избивать, и ты будешь любить меня. По-моему, это не так должно работать. Иди сюда, вот она ты. Хоба. Слышал ее крик? Она испугалась. Мы победили. Она испугалась. Особо это некрасиво. Давай, пока. Я выберусь и вернусь к тебе снова. Когда-нибудь потом. Игра закончена. Не-не-не-не-не, смотри. Игра продолжится, когда я захочу. Это не мне нужно бояться ее, это ей нужно бояться меня. Ладно, ребят, такой вот видос. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, оставляйте свой комментарий. И увидимся с вами в следующих сериях. Напишите в комментариях, как вам такой формат, жанр, штука, дрюка и так далее. И я надеюсь, что я не буду плакать, когда буду читать ваши комментарии. Хотя я все равно буду. Ладно, всем пока, до скорого. Увидимся с вами в следующих сериях. Пока, удачи. Пока. Woo!